Че, опять не туда же? Да, ты сейчас уже эту карту понял. Здесь как бы все очень просто. И Ну да, один раз самое играл. главное закрепиться тебе. Просто вот Ну и закрепиться. тогда не так далеко уже лестница, а вот где мы Да, конкретно так же как это. собирались. Вот пустая точка, это твой шанс взять верхнюю нефть, которая там. И либо не дать им хотя бы уже. А я буду тогда бороться за эту вот с Тимми. То есть если мы разделимся, то есть я против одного игрока, ты против другого. Хотя бы так уже будем. Просто если я к тебе полезу, то другой игрок раскрутится и придет к нам в тыл. Да. Плюс тогда сложнее будет разорвать территорию. Конечно, конечно, там. Пока стандартно действую. Два скаута, это с пулемет, значит, скаут, пулемет, скаут и эти самые. Можешь минометик сделать? Вот обычный А такой. вот против вражеского миномета что лучше? Ну, там ему Если контрить как можно надо, свой быстрее. надо передвигать миномет, так как бы контрить что-то. И у них, понимаешь, он То после есть. первой фазы будет. Тебе нужно на первом этапе твой миномет для контра их МГ. Вот их пулемета нужно контрить. А против их пулемета, ну, потом во рту можно тебе пойти. Давай сейчас решим сначала, как закрепимся, посмотрим. Дима будет меня рашить, так что твоя цель просто вот закрепиться на этой точке и поставить машину, естественно, вот где-то вот на этой точке, но чуть подальше, вот ближе к этому заборчику. Чтобы ты, Ну когда да. прибегал, был в зеленой зоне еще к тому же. Вот. Еще что. Я сейчас сменю тактику, попробую по-другому сыграть. Потому что Дима в прошлый раз изменил тактику. Ну, может и не изменил, может так же играл. Но, в общем, я попробую контртактикой. Если он сейчас то же самое сделает, то я попробую его здесь просто опередить на этом фоне. Закрепись, главное. Ай-яй-яй. Я тебе говорил, да, не забудь. Да, его пулемет еще не так сильно, он практически не видит мой. Кустик мешает. Так, давай. Тебе нужно срочно. Часов назад ты стал первым. Сколько что? Часов назад. Не знаю. Не сейчас. Так. Не то. Так.
Как у тебя там? Ну, укрепился. А у меня пока так укрепился, но ко мне тут идут. Отлично, отлично. Ты закрепился, понимаешь? Это вот просто ты супер сделал. Блин, так, это плохо. Я от тебя ухожу. Так, меня тут немножко поджали. Так, поджали меня, поджали. Ну ладно. Надежда на то, что ты двигайся, отбивай их. Попробуй обойти с фланга. А, вот у них тут. Сейчас миномет там разберется. Тут. Идут тебе с фланга, смотри. Ох, нихера! Какую территорию лучше укрепить? Как меня? Побольше амуниции. Амуниции побольше. Давай. Меня тут немножко согнали, но... Да, они, походу, хотели вдвоем сейчас. Пробуй отрезать эту точку все время. Вот двигайся к этой точке, отрезай. Ну, либо вот эти твои точки захватывай. Так, хорошо, я не буду сюда лезть. Окей. Так, нормально сейчас. Отлично, у меня тоже все пошло. Давай, Кость, движемся. Сейчас укреплять буду. У меня ж просто один отряд убили, вот что сейчас у нас уже. Держись. Они, кстати, пытались с фланга обойти в тот момент. Так. Make sure you add the fresh magazine.
Нет, 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 нет. О, выжил. Ух, тихо. Нет, этот не выживает. Так, я тут прогнал одного. Держись. Ой, ты зря сюда поставил, я тебе не сказал. То есть тебе надо было ставить либо вот на эту, в тыл. Тебе ты очень поставил, очень опасно. Я заметил. Нельзя, нельзя было тебе. Быстрее переделай машину, сюда поставь ее, вот сюда, на топливо. Как можно быстрее. И скорость ей включи, чтобы она... Двигатель. Тогда, считай, ты ее потерял уже. Здесь кость, ты, конечно, это моя. Я тебе не помог. Ну ладно, я сейчас попробую. Куда поставить? На нефть, вот которую ты захватил. Вот сюда. Сейчас ее. Не, она сейчас. Или долго. Хочешь, давай вот сюда ставь. Я уезжаю с этих патрон, отдам тебе их. Давай. А я тебе их отдам. Так, пулемет переставить. Так, даже вот так побыстрее. Ах ты, ёпарс, это не туда стал. Я отдал кость тебе, давай. Поезжай туда. Пока доедет. Сделаю лучше эту скорость увеличу. ЛС не хватает. Так. Лечилку сделал в базе у себя? Да. Отлично. Лечилку вот этот сделал. Миномет уничтожь, он будет тебе сейчас мешать. И не стой, да, не стой пачкой, осторожно, он тебе сейчас зафигарит. Сделай капитана и поставь его куда-нибудь немножко в тыл, чтобы к нему отбегать. Потому что когда тебя накроют бомбежки, смотри на мини-карту, сразу отбегай к капитану. Ну я в той машине сразу же сделаю. Не лежи, не лежи, отходи. Что ж там пулемет? А, ну он сейчас тут по этим позициям теперь стреляет. Так, вот сюда куда-нибудь не могут. Неудачный пулеметик поставил. Так, ага. Артиллерия. Либо что-то не либо послышалось, либо... Это у меня. Так. Да, окей. Думал, уже у меня. Уже думал, куда прятаться. Какую доктрину взять или еще рано?
Те же, этот самое, сделай эту, как ее называется, либо в танке, иди в танке, секторная пригодится. И в... Инженерная? Да, инженерная, и в секторную выбирай. И копи амуницию. Лево. Левая, да. Еще артиллерия. Это моя, моя. А, почему? Куда-то справа. Так. Так, все, я погнал его. Так. Давай, мы все. Тут мы победили. Я тебе точно говорю. Ура! Первое. Да. Ну ладно, еще не будем сейчас заранее. Ну что ж, продержаться надо. Продержимся. Мы у них все взяли. У нас все ресурсы. Так, ты сюда. Ага, миномет работает. Оба-на. Это что за черт? Врач. Ох, четверых. Все, победа. Ура! Да, первая твоя победа. Тебе я понял, типа, реально вот удержание этой точки прям много дает. Ну, сейчас попробуем сыграть за немцев. Либо команду. Сейчас нужно быстро... Ну что, команды меняем или за немцев? Нет, у нас неравные составы просто. Ну давай... Ничего нельзя сделать. Ну давай я с Мишей. Ну давай. Давай. Миш, ты вышел? Давай, меня рубят. Да. Чуть долго все выходит у нас. Это Костина первая победа в мультиплеере. Ну, не в мультиплеере, вообще-то не первая. Ну, я имею в виду в мультиплеере по Криту. Ну, ну да. Ну, я что-то не видел, чтоб там играли много, вот я как не заходил. А, не, подожди. Нет. Типа, если я буду. Если я буду с Костей, это проблема не решит, нет. Ну, а что такое?